Բոլորս ականատեսնենք այս պահին, այս օրվանը, նկատի ունեմ զորուբայությամբ նրանք. Мы все свидетели того, что в этот момент, в этот день, как они настырно пытаются провести выборы. Пожалуйста, мы приняли этот вызов. Принимаем, готовы и окажемся в парламенте. Так еще и с размахом. Мы обязательно достигнем нашей промежуточной цели — временного правительства. И после этого нас снова будут ждать внеочередные выборы. Сделаем еще один прогноз. На следующих внеочередных выборах мы не только с успехом войдем в национальное собрание, но и будем на первом месте. Готовьтесь к следующему этапу. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube.